Всем привет! В эфире ваш проводник в мир отличного настроения и выходных. Что никак нельзя пропустить, расскажу прямо сейчас. Поехали! В субботу для самарцев открывается выставка «Метаморфозы». Начало в 19:00. Продлится выставка до середины февраля. На ней будут представлены живописные полотна и графика, создававшиеся в течение последних 5 лет. Ленинградская, 23. В это воскресенье в 16:00 музей Эльдара Рязанова представляет цикл лекций «История одного фильма», посвященный творчеству Эльдара Рязанова. Тема лекции – «Карнавальная ночь. Киносимвол новой эпохи». Много работы, мало сна, перемены погоды и, как следствие, стресс. Но стресс – это не всегда плохо. Иногда это явление может принести и пользу. А вот как – расскажут на Вилоновской 30. Восемнадцатого января в 12:00 в книжном зале юношеской библиотеки состоится показ спектакля «Король Лир» в постановке театра «Грани». Это современная версия шекспировской трагедии. В оригинальном произведении события разворачиваются в Британии в IX веке. Традиционный джаз в музее модерна. В пятницу вечером выступит дуэт «Марвисла Трио». Экспрессивный, энергичный вокал прозвучит под аккомпанемент гитары. Начало в 19:00. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!